Жители и гостей Сергиева Посада ждут насыщенные выходные. Провести субботу интересной с пользой можно вместе с социально-экологическим проектом «В порядке». В субботу, 18 мая, на территории за колледжем ВАГЗО в поселке Птицеград пройдет эко-квест. Викторины, творческие задания, интерактивные программы и, конечно, уборка территории. Участников квеста ждут памятные призы и бесплатные угощения. Начало в 11 часов. На Скитских прудах соберутся любители животных. Там в субботу пройдет фестиваль «Ищу друга». Организаторы – волонтеры движения «Потеряшки» Сергиев Посад. В программе фестиваля – концерт, мастер-классы, благотворительная ярмарка и лотерея. Каждый сможет помочь бездомным животным, а может быть и найти себе четвероногого друга. Фестиваль «Ищу друга» стартует в 11 часов. 18 мая на улице Карла Маркса отметят День музеев. В празднике примут участие музеи Сергиево-Посадского городского округа. У каждого своя тематическая программа для детей и взрослых. Посмотреть, поиграть, узнать что-то новое и даже вкусно покушать можно с 12 часов. Вечером любителей истории и искусства ждет всероссийская акция «Ночь в музее». Сергиево-Посадский музей-заповедник подготовил интерактивные программы в главном корпусе, краеведческом отделе и комплексе «Конный двор». А в музее-заповеднике Абрамцево пройдут экскурсии, мастер-классы и концерт. Вход в музей в течение всего дня бесплатный. Ночь в музее завершится в 22:00. Любители юмора могут посетить второй четвертьфинал Лиги КВН «Городов Золотого кольца». За места в полуфинале сразятся команды из Москвы, Сергиева Посада и Красногорска. Игра состоится на главной сцене образовательно-досугового центра «Октябрь». Начало в 17:30. Вход свободный. На пешеходной зоне дорога к храму в предстоящие выходные откроется летний сезон. В субботу сергиево-посадцы и гости города смогут насладиться концертом музыкантов филармонии культурно-просветительского центра «Дубрава». В воскресенье на пешеходной зоне выступит муниципальный оркестр. Начало концертов в 18 часов. В поселке Богородское в выходные фестиваль народных промыслов. На территории фабрики резных изделий соберутся сергиево-посадские ремесленники и гости из Владимирской, Ярославской, Костромской и Вологодской областей. Начало работы фестиваля в субботу и воскресенье в 10 часов. Планируйте выходные и следите за новостями ТВР-24.